метео- и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – стоматологический центр «Престиж Дент». 6 ноября, по данным Гесметео, в Северодвинске ночью ожидается 3 градуса тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 4, пасмурно, ожидается дождь. Ветер южный – до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба. Среда не даст сосредоточиться на работе. По словам астрологов, лишь руководители смогут раскрыть в трудовой сфере нечто новое. Но это не помешает нам блестяще справиться с решением текущих задач. Взаимопонимание достичь завтра окажется проще, поскольку многие склонны говорить именно то, что думают. И они уж точно не смогут промолчать, когда увидят вашу ослепительную улыбку. А подарит ее стоматологический центр «Престиж Дент». Красивая улыбка – залог вашего успеха и здоровья. «Престиж Дент» ждет вас на Октябрьской 3. Улыбайтесь чаще, приятного дня и до свидания.